В этот день я летел из Брюсселя в Таллин. В Эстонии снова разразился скандал. В аэропорту ждали журналисты, и мой советник составил набросок речи на том, что он смог найти в самолете, на гигиеническом пакете. Господин премьер-министр, как вы объясните, что ваши последние визиты длятся всего несколько дней, и по возвращении вас ждут неприятности и распри в правительстве и парламенте? Значит, меня надо приковать к Эстонии оковами и не пускать за границу? Я и сам заметил, что как только я уезжаю, случается какая-нибудь беда. Что было самым важным в вашей поездке? Ваш народ ждет вас. Да, я прибыл прямо из аэропорта. Здравствуйте. Скажите, что нам делать? Вы останетесь у власти или уйдете? Правительство разрушило единый фронт землевладельцев своими объединениями. Почему несправедливы цены на мясо и молоко? Эстонии, народ Эстонии так бедны. Черт, что за бред ты несешь? Эй, ты, мужик! Государство не может накормить народ. Я до сих пор не понимаю, почему именно я стал премьер-министром. Но раз взялся за работу, надо ее выполнить. У меня в шкафу была бутылка виски, и мы с друзьями договорились, что не откроем ее, пока не достигнем трех больших целей. Во-первых, вернуть независимость Эстонии. Ввести в Эстонию собственную валюту. И, в-третьих, вывести советские войска. Эстония стала независимой в августе 1991 года. Империя СССР с треском развалилась, и в экономике начался полный хаос. Очень хорошие коронки продаем.
Эстонцы тоже мечтали жить, как их соседи, финны. Но это невозможно. Границы с Россией по существу не было. Кому нужна эта граница? И мне тоже она не нужна. Как жили мы вместе, все своюки, так и будем жить, как своюки, правильно? Из оружия у Эстонии было 300 румынских автоматов Калашникова, которые можно было использовать. Это была вся наша армия. В Эстонии находились советские войска. И они не собирались отсюда уходить. Собственную валюту ввели летом 1992 года, перед первыми свободными выборами. Рубли поменяли на новые эстонские кроны. Каждый человек получил по 150 крон, чтобы начать новую жизнь. Магазины сразу заполнились товаром, но теперь не было денег, чтобы это купить. Экономика была на 90% связана с Россией. Мы полностью зависели от нее. И в России думали, ладно, если эти эстонцы хотят быть независимыми, пусть попробуют, пусть немного поиграют. Пройдет годик-другой, и они вернутся под наше крыло. Было ясно, если мы хотим чего-то достичь, нужно предпринять что-то сумасбродное. Тихо и вежливо мы ничего не добьемся. Это был рок-н-ролл. Выборная кампания 1992 года была для нас как большой рок-н-ролл. Наша кампания держалась на трех китах. Мы хотим национальное государство, дать людям больше свободы и ликвидировать несправедливость, которая длилась 50 лет. У нас были короткие хлесткие лозунги. Например, «Проведем уборку». Для меня это значило, что мы освободимся от грязи, которая накопилась в людях. Мы собирались очистить госучреждения, политику от старой советской номенклатуры и дать возможность новым людям занять эти места. И мы были уверены, что мы реально это сделаем. Никто из нас не знал, как делается политика. Эстония.
Здесь, конечно, может возникнуть социальная напряженность, но в сложной экономической ситуации можно использовать политические цели, и этого я немного боюсь. Больше или меньше, мы все играли на слух. Мы считали, что у нас есть какая-то миссия. Мы были в прямом смысле молодые, отчаянные парни. Мы не делали никаких поблажек. Все делалось чисто на коленках. И вот перед выборами мы осознали, что дело становится очень серьезным. Победы на выборах не ожидал никто. Самой большой неожиданностью стала наша большая победа на выборах. Победа была действительно большая. Конечно, в этот момент мы были в эйфории. Мы должны были встать у власти. Во время предвыборной кампании мы боялись назвать имя кандидата в премьеры. Дело в том, что народу очень нравились молодые отчаянные парни партии ИСАМА. Но никто не представлял никого из них в роли премьер-министра. Прошу к трибуне кандидата в премьер-министры Марта Лаара. Март стал премьер-министром так, словно группа путешественников поехала вместе на машине и решила: «Ладно, сейчас ты сядешь за руль». Я был постарше, мне было уже 32, остальные были еще моложе. Нас называли New Kids from the Block. Некоторых пришлось почти заставлять становиться министром. Чуть не со слезами. Особенно Кайда Кама. С него сняли свитер и сказали, что вернут, когда он покинет пост. А ему купили первый в его жизни пиджак. До политики Кайда занимался лесом. Братство юристов было в замешательстве, что министр – незнакомый парень из леса. Более жесткой была история с Лагли Парек, ставшей министром внутренних дел, ведь раньше она была политзаключенной. Я соприкасалась с бывшим МВД в довольно жестких условиях. Когда я была особо опасной преступницей, то меня иногда приводили туда. И я немного была знакома с этим домом. Моя мечта в связи с этим министерством, чтобы все его звенья стали дружелюбными. Я был по образованию инженер связи. Я спросил: почему бюджет? Почему налоги? Мне ответили: ты же работал в банке. Оказалось, я единственный, кто хоть как-то раньше соприкасался с деньгами. Никто не знал, где мне сидеть. Нужна ли мне машина или секретарь? Мой советник, Тит Прули, держал вместе всю эту компанию. Его называли «Самолет». Он также решал все текущие проблемы. Когда мы сформировали правительство, появились пиарщики, которые стали заниматься дизайном нового правительства, а также внешностью. Первой их жертвой стал Кайда Кама, у которого отобрали свитер, сигареты Прима и заменили их на сигареты Кэмэл.
Марту Лару сделали новую прическу, купили новые очки. Он каждый день ходил на Томпеа к парикмахеру. Дома часто не было горячей воды, чтобы мыть голову. Я стал ходить к парикмахеру. Труднее всего было привыкнуть к охране, которая стала везде сопровождать меня. Сам я не знал, чего бояться. Я вас поздравляю. Позволь, я от всего сердца пожму твою руку. Покажи, на что ты способен. Если бы знали, что за этим последует, то неизвестно, выбрали бы нас в правительство или нет. Альтернативы быстрой приватизации нет. Нашим главным принципом было то, что государство должно дать людям возможность делать все самостоятельно. Социалистическая экономика по приказу осталась теперь в прошлом. У нас теперь рыночная экономика. В тот день мне было немного страшно. Когда я вошел в кабинет премьер-министра, я не знал, с чего начать. Что я должен делать на этой должности? Мы с Кайдо разговаривали. Когда сформировалось правительство, и не верили, что продержимся долго, больше 3 месяцев. У нас была ясная цель — провести необратимые реформы. А дальше все равно, что с нами будет. Когда нам говорили, что у нас нет опыта, что вы, мальчишки, знаете об экономике, то это было, в общем-то, правильно. Но для того, что нужно было сделать, не было готового опыта ни у кого. Угрозы и взрывы бомб были постоянны. Но признаков того, что власть способна обуздать преступность, не было. Ситуация была ужасной. Российская преступность распространилась по всей Эстонии и проникла на Запад. Они воровали металл, грабили. Было много убийств. Тюрьмы были очень забиты. Под потолками вешали гамаки, в которых спали люди. Все полы были заняты. Когда я сидела, тюрьмы не были так полны. Эти негодяи были повсюду. Эти русские молодчики и мафия. И было много тех, которые хотели свести с ними счеты. На месте бывшей советской радарной установки расположилась егерская часть. В ней служат добровольцы, и до сих пор они это делали почти за свой счет. Это была такая группа парней. Они были хорошо вооружены, потому что отобрали оружие у русских. У них там все было. Это судно мы забрали у советской армии. За 2 катера нам предлагали $5 миллионов. Но они не подчинялись государству. Они понятия не имели о военном деле, но от всего сердца хотели служить Эстонии, делая это, как умели, по своим понятиям. Они решили сами вершить суд, словно в американском фильме. В первый день я услышал новость, что в каком-то баре егеря до полусмерти избили каких-то русских мафиози. Они охраняли бар. Туда пришли бандиты
и якобы потребовали деньги. Неизвестно, избили они их сразу или нет, но они отвезли их на свою базу в Пулапяе. И я сказала: «Оставьте их там на полдня, а я поеду и поговорю с Комером. Он мой соратник по партии, я его знаю». Я поехала туда, но Комера там не было. И как быть? Премьер-министр Эстонии считает естественным то, что первый свой визит он совершил в Финляндию. У нас было общее прошлое, и я уверен, что нас ждет общее будущее. 32-летний Лаар привел свою партию к победе на выборах в прошлом месяце. Он самый молодой премьер-министр в истории Эстонии. Его правительству придется заниматься проблемами, оставшимися после советской оккупации. Им не надо просить Финляндию об энергетической помощи в этом году. Я думаю, прежде всего, надо рассчитаться со старыми долгами. В то время, когда западные политики занимались решением насущных проблем, им пришлось решать принципиальные вещи, как создать свободное общество, рыночную экономику, законодательную базу. Первой сложной задачей было пережить наступившую зиму. Жить-то надо как-то. Я вот работаю, но за ноябрь и за декабрь я еще деньги не получил. С заводов сообщили, что они банкроты, и что уволят всех рабочих. У Эстонии были долги, и у правительства не было ни цента, чтобы отдать долги. Но пришлось брать новые долги, хотя бы для того, чтобы купить топливо для скорых. Надо было сделать, как барон Мюнхгаузен, за волосы вытащить себя из болота. Мы все урезали и урезали бюджет. А потом еще немножко. Было больно всем, потому что дыра, которая вдруг возникла, была очень большой. Голодуем, нам не хватает пенсии. За квартиру платят. За квартиру очень дорого. В советской системе были какие-то вещи, которые платились из союзного бюджета. Деньги поступали от продажи оружия, нефти и золотых рудников, и еще бог знает откуда. Как только мы вышли из рублевой зоны, эти краны были перекрыты. Ведь однажды наши горести и беды должны наконец дойти до правительства. Пусть к нам выйдут люди из правительства. Она получает 20 тысяч, а я третий день не кушаю. Это был для меня ужасный момент. Я должна была разъяснить это людям и тут же осуществить это, отменить старую пенсионную систему. Вы же министр социальных дел. Черт. Я ничего у вас не отбирала. Наоборот, я как раз пытаюсь добавить вам, и я занимаюсь этим. Настало время своей республики. И вдруг эта республика как бы отбирает то, ради чего люди работали десятки лет. Сейчас все деньги, которые, возможно, отдаются на социалку. Денег просто мало. Это не подействовало на пенсионеров. И часть из них совсем обозлилась. Мой телохранитель вывел Лауристин из толпы народа. Ей даже оторвали рукав. Это была жесть. Но по-другому не получилось.
И, конечно, Лаар стал врагом номер один для всех простых людей. Даже тот подарок, который нам хотели дать, отобрал, так как у него зарплата маленькая. Кто отобрал? Этот Лаар? Правительство. Я еще раз повторюсь, мы не требуем никаких подачек. Мы просим нормально. Женщины принесли кастрюли и сковородки и начали бить ими. Но премьер должен был идти и разруливать ситуацию. Когда я увидел это несметное количество людей, служба безопасности рекомендовала мне не ходить туда, а выйти через заднюю дверь. Я понял. Или премьер-министр имеет авторитет, или не имеет его. Если ты в такой момент испугался, значит, у тебя нет авторитета. Я вылез из машины и пошел прямо через эту толпу народа. Мы пошли и дошли до места назначения. Целью правительства не является прекращение торговли с Россией. Это результат того, что происходит в России. Правительство не может здесь ничем помочь. Я помню удивление министра социальных дел Марии Лауристин, когда, откуда ни возьмись, появились деньги. Ко мне подошел один чиновник и сказал, что у нас есть какие-то неизвестные деньги. Я тоже сказала, что не знаю, откуда они. Во время денежной реформы у людей собрали рубли. Договорились, что их передадут России. Но Россия все тянула с ответом. И казалось, что России выгодно, если эти деньги истлеют в Эстонии и совсем обесценятся. Была огромная инфляция. Курс рубля падал не по дням, а по часам. И я, как премьер, решил, что такие деньги не должны пропасть. Это решение не принимается на уровне парламента или правительства. Должна была остаться и возможность для конфиденциальных решений. Моей задачей стала практическая сторона. Технически это было нелегко. 70 тонн бумаги. Это не продать на валютном аукционе, потому что мы бы сильно потеряли в цене. И это не перевести через границу в Россию. И, наконец, через двух посредников мы нашли вариант для их реализации. Продали их не кому-нибудь, а чеченцам, которые в то время воевали с Россией. Технически это выглядело так. Банк Эстонии упаковал их в ящики и под охраной доставил их своим транспортом в аэропорт. Я оформил на бланке канцелярии премьера письма для аэропорта и таможни о том, что это дипломатический груз, который не надо и нельзя досматривать. Затем эти ящики погрузили в самолет, и самолет взлетал с ними 4 раза из Таллина, полетел в Ригу,
а затем в Чечню, как мы узнали позже. Нам привезли доллары наличными. И откуда мы знали, что это за доллары? Пару раз в жизни, может, видели доллары, а купюры по 100 долларов вряд ли. Их отвезли в Банк Эстонии. Наугад вытащили купюры, пропустили через машинку. Машинка установила, доллары настоящие. С этими деньгами мы пережили ту зиму. И смогли купить себе нормальное оружие. У нас давно длятся переговоры о поставке разного оружия разными поставщиками. Мы вынуждены это делать, поскольку наши соседи, с кем бы мы хотели сотрудничать, Финляндия и Швеция, отказываются продавать нам оружие, пока здесь еще находятся советские войска. По сути, Эстония находилась под эмбарго. Даже наши самые большие друзья, например, Швеция, готовы были продать или отдать нам все, что угодно, старые лыжи, сапоги, но только не оружие. Ситуация в Эстонии была нестабильна. Иметь большое количество оружия в стране было бы опасно. Значит, надо было доставать откуда-то еще, и выбор был, по сути, невелик. Сегодня впервые на территории Эстонии покажут новое оружие наших сил обороны. Это должно быть лучшее оружие в мире для пехотных войск. По просьбе правительства Израиля сделка не оглашалась до тех пор, пока первая партия оружия не прибыла в Таллин. Когда прибыла первая партия, мы чувствовали себя очень гордо. Мы ведь до конца не были уверены, как пройдет эта операция. И эта сделка расставила все по местам. Как бы там ни было, но войска выведут. Потому что впервые боеспособность эстонских войск возросла настолько, что мы могли уже представлять угрозу для советских войск на их базах. Ищут главнокомандующего войсками, получившего образование на Западе. Боевой ветеран армии США. Президент этой страны почти на коленях просил меня переехать. Он приехал из Америки. Он должен был создать эстонскую армию. Вы сказали, что покажете мне ВВС Эстонии? Да. Вот они. Вот это? Да. Это все, что у нас есть. Некоторые люди скажут, что это шутка. Но это не так. Потому что если на этот народ нападут, эти парни будут бороться. А кто же враг? Тоталитарная Россия. Генерал был очень решительный человек. Он был готов сразу применить силу в ответ на какие-либо действия России. Именно такого конфликта Россия и ждала. А в это же время мы активно работали над вопросом вывода советских войск на международном уровне. Главе российской делегации было где-то 65. Это был классический советский дипломат. Мне помогло, что я был господин министр, и ко мне нужно было относиться уважительно. Самые тяжелые переговоры были тогда, когда Эстония приняла закон об иностранцах.
Для России было абсолютно неприемлемо то, что русским, живущим в Эстонии, надо будет ходатайствовать о гражданстве. Эстония и Россия не смогли договориться о выводе советских войск из Эстонии. Россия приостановила вывод находящихся там десятков тысяч солдат. Некоторым силам в России не нравилась независимость балтийских стран. Они хотели, чтобы войска оставались там. И местные русские стали разменной картой. На границе с Россией, в Нарве, возник кризис. Это был самый опасный момент для Эстонии. В Нарве живет 100 тысяч человек, и большинство из них говорят по-русски. Только немногие из них имели право голосовать на прошедших выборах, где голосовали только граждане Эстонии. Нарва была проблемным местом. Во-первых, развалилась экономика. У людей не было работы, не было денег. Во-вторых, у людей произошел обвал на эмоциональном уровне. И, естественно, российская политика умело манипулировала ситуацией, чтобы возросло недовольство, неприязнь нарвитян к Эстонской республике. Мы не согласны были с тем законом, который поставили, что не имеешь права на жилье, не имеешь права на землю, не имеешь права на работу. Почему мы должны быть хуже кого-то? Российская сторона искала любой предлог, чтобы не выводить отсюда свои войска. Мы слышали, что русские националисты скапливались у границы с Эстонией. Тогда в России было много группировок, целью которых была организация серьезного вооруженного конфликта в Нарве. Подобный сценарий Россия успешно использовала в других местах. Местных жителей подстрекают пропагандой, и они проводят референдум, чтобы отделиться. А вдруг они захотят присоединиться к России? Было ясно, что ситуация в Нарве будет сложной задачей. Генерал Эйнцельн хотел сразу же в ответ ввести войска в Нарву. Тогда бы мы сделали то, что хотела Россия. Лар сказал, что надо сделать так, чтобы этот референдум был неправомерным. Отменить мы его не сможем, таких сил нет. А как это сделать, предоставили решать мне. И, как водится, чтобы устроить молодого человека на работу, ему делают безрассудное предложение. А поездка в Нарву была безрассудством. Полиция безопасности обучила Индрака, как искать бомбу, как выжить в стане врага. У меня дома на кухне поместили охранника с автоматом, чтобы охранял. Надо было соблюдать спокойствие. Мне надо было убеждать людей, чтобы они не участвовали в референдуме. Потому что чем ниже процент участия, тем выгоднее для Эстонской республики. Втемяшить это в головы было непросто. И в какой-то момент я стал импровизировать, что я, как представитель правительства, не против вашей автономии. Только мы тогда построим вокруг города Берлинскую стену. Заберем эстонские кроны и все остальное, а вы занимаетесь приграничной торговлей. Покупаете, продавайте сигареты, булки и так далее. Сегодня в 2 часа в Нарве открылись пункты голосования по референдуму.
Участие в референдуме не очень активное. В основном голосовали пенсионеры. К вечеру они подсчитали голоса. Я сразу приехал туда на пресс-конференцию. Председатель комиссии стал что-то бормотать на русском языке. Тогда я сразу забрал у него микрофон. Так как на месте была международная пресса, то разумно было говорить по-английски. Я сказал, что референдум не состоялся, потому что явка была меньше 50%. Это значит, что референдум не состоялся. Нам не о чем говорить, и им нужно расходиться по домам. Трюк заключался в том, что правительством было принято решение, что некоторым местным лидерам, в том числе руководителям предприятий, надо дать гражданство за особые заслуги. Эта особая заслуга заключалась в том, что Нарва осталась в составе Эстонии. Настоящей проблемой был атомный объект в Палдиске, потому что он был засекречен и напичкан разными технологиями. Тут было ясно, что без мощной поддержки на международном уровне вопрос не решить. России очень нужен был Палдиске. Без него она не могла бы проводить учения атомных подводных лодок. Навигация их подводных лодок представляла опасность. Мы боялись, что произойдет крушение атомной лодки. Разрешите представить вам главный инженер, начальник объекта. Капитан первого ранга Маслов Виктор Иванович. С Карлом Бильтом мы были давние друзья. Его помощь стала бесценной в части оказания международного давления на Россию. Важно было сохранять спокойствие, не нервничать и присматривать здесь за русскими войсками. И тут приходит приказ генерала Эйнцельна, что егерский корпус — это неуправляемую, воинствующую, националистическую часть следует разместить в Палдиске, там, где опасность возникновения конфликта была самой большой. Они поехали в Палдиске. Там у них не было ни нормального жилья, ни места для учений. Первую же ночь им в окно бросили кирпич. И они стали бастовать, что не хотят там находиться и не будут подчиняться. Считаю правильным решение корпуса от 25 июля 1993 года о выходе из-под подчинения эстонским силам обороны. Нас атаковали в собственном тылу. Генерал уволил командира егерского корпуса.
На это егеря всем составом заявили о неподчинении его приказу. Он не понимал того, что недавно мы все были друзьями. Военная база Пулапяа готова к бою. Ожидается правительственная операция с земли и с моря. Атакующих встретит пехотное орудие, которое производит 1200 выстрелов в минуту. Ситуация была такой, что если какой-то дурак сделает глупость, может случиться что угодно. Нервы у людей были на пределе. Самым важным тогда было избежать ситуации, когда эстонец стреляет в эстонца. Поэтому и решили окружить Пулапяа не войсками, а полицейскими силами. Если в государстве случается такое, что воинская часть объявляет себя вне закона, то иного пути нет, как применить всю суровую силу закона. Сегодня в 2 часа дня у виадука Пиарно произошла перестрелка. На месте происшествия найдены 2 раненых сотрудника полиции и множество гильз. В 15:45 Асса Комер и 2 его соратника были арестованы. Сегодня утром задержано еще 8 егерей. Я поняла, что мои этические принципы не позволяют мне оставаться на этом посту, потому что правительство не всегда могло поступать так, как я считала правильным. В конце 1993 года возник конфликт между парламентом России и президентом России. Наиболее опасны российские части, которые еще находятся в Эстонии, потому что их командиры в Москве находятся в полном хаосе. Это был очень опасный конфликт, который обострился, когда Ельцин приказал танкам стрелять по парламенту. Мы не знали, останется Ельцин у власти или нет. Для нас основным вопросом был срок вывода советских войск. И тогда мы пришли к этой дате. Эта дата, в принципе, нас устраивала. Август 1994 года. Но нас не устраивали условия. От нас за это требовали денег, обеспечение военных квартирами и так далее. В данный момент российско-эстонские переговоры сорвались. Впервые это было в пределах вытянутой руки. Бумаги лежали на столе, были готовы. Реформы сразу же привели к результату.
И картина сразу же изменилась. Снизилась инфляция. Постепенно начала стабилизироваться экономика. Рост безработицы приостановился. За рубежом любят результат. И чтобы государству стали доверять, надо сделать то, что для этого необходимо. Тогда придут инвестиции в экономику. За пределами Эстонии мы были любимчиками из Восточной Европы, государством, развивающимся достаточно хорошо по сравнению с другими. Главным событием вторника в Вашингтоне, несомненно, стала встреча Марта Лара с вице-президентом США Гором. Вы экспортируете надежду для всего мира. Мы осознанно делали так, чтобы Эстония была постоянно на виду в западной прессе. Март был лучшим менеджером по продажам. Каждое предприятие, которое переходит с тоталитарной экономики на рыночную, должно решить, обанкротиться или начать производить продукцию, которую можно продавать на свободном рынке. Когда я поехал с идеей о введении в Эстонии единого подоходного налога в миссию МВФ, они приняли меня за сумасшедшего и спросили, откуда я взял эту идею. Я ответил, что об этом впервые сказал лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман. Этому помогла его шаловливая политика в стиле «единая ставка подоходного налога». Он сказал, что прочел об этом у Фридмана, на что американцы ответили: «О, Фридман, это сила». Вчера в штаб-квартире МВФ и сегодня в штаб-квартире Всемирного банка оба президента подчеркнули, что Эстония — та страна, на которую надо равняться. Если ты так молод и общаешься с самыми влиятельными людьми в мире, тебя хвалят и говорят, что это необыкновенно, то, что сейчас происходит в Эстонии по сравнению со всей Восточной Европой, то это может ударить в голову. Было ясно, что мы были не совсем компетентны в экономических вопросах. И, естественно, мы обращались не к старым директорам советских предприятий, а к новой, возникшей бизнес-элите. И, конечно же, у них были свои интересы. Бизнес-элита просто сформируется сама. Задача правительства — создать условия, чтобы она могла сформироваться. Все решили, что Лаар станет делать подарки и поблажки формирующейся бизнес-элите. Ни один банк не был приватизирован. Все банки перешли в частную собственность при неясных обстоятельствах. Идеалисты поняли, что компромиссы играют в политике большую роль, чем они думали. Вопрос в том, чего ты хочешь достичь с помощью этих компромиссов. И это стало основной причиной нашей внутренней партийной борьбы. Когда мы начинали, мы были друзьями. И то, что старые друзья поссорились, стало для меня самым трагичным. Это случилось в тот день,
когда правительство находилось у власти 365 дней. Мы с Мартом летели из Брюсселя, а на родине все вышло из-под контроля. В последний момент я взял в руки гигиенический пакет авиакомпании «Финнер» и набросал Марту памятку, что ему сказать журналистам, встречающим его в аэропорту. Также он написал, что устал и хочет уйти с этой должности. Политики не плачут. Но когда я заплакал, я написал Марту заявление, что хочу уйти. Прибывший сегодня в Таллин Март Лаар не смог ясно обосновать случившееся. Скажите, господин премьер-министр, как вы объясните то, что было самым важным в поездке? Что вы скажете о заявлении Кайдо Кама? Я никакого заявления не видел. В своем заявлении Кама предупреждает о том, что Лаар позволяет небольшой группе бизнесменов манипулировать властью. Лаар ответил, что юридические придирки Кама тормозят развитие рыночной экономики. Ваш народ вас ждет. Я приехал прямо из аэропорта. Ну что, Лаар, теперь на выборы пойдешь? Давайте по очереди, по очереди. Зачем тебе эти лимузины? Тэтчер научила меня ничего не бояться. Если выбирать, делать или нет, надо делать. Что за чушь ты несешь? Черт побери! Урегулируй торговлю с Россией, а не дразни ее. Нельзя ссориться с Россией? Тут у меня другое мнение. Я не думаю, что мы должны вернуться на российский рынок. Тогда уж давайте объединимся с Россией и скажем, что мы не справляемся, да? Если бы с января по апрель в правительстве было бы все более или менее спокойно... Но была та ужасная ночь, когда правительство слушало, как они сводили счеты друг с другом. Обвинения сыпались одно за другим и стали уже такими жесткими, что стало ясно. Это правительство уже не способно работать вместе. В мае мы придумали один трюк, чтобы свергнуть Марта. Когда он об этом узнал, он очень сильно разозлился. Мозговой центр предвыборной борьбы, который объединил нас в свое время, теперь работает не так, как следует правительству одной страны. Министрам не надо быть друзьями, но они должны быть лояльны друг другу. Вначале все сидят за одним столом и едят из одинаковых мисок. И вдруг одному достается тарелочка с голубой каемочкой. А другие... тоже хотят. Так и начинаются все эти распри. Я решил поступить в своей партии так,
как в свое время Маргарет Тэтчер. Если я получу в партии полную поддержку, я продолжу работу на посту премьер-министра. Если нет, то уйду в отставку. Как было неизбежно, что в 1992 году премьер-министром стал Ар, также неизбежно стало, что его оппонентом в партии стал я. И то, с чем не справились наши политические оппоненты, оказалось, что сделали мы сами. Вместо того, чтобы критиковать политических оппонентов, сработал лозунг большевиков: «Чем хуже, тем лучше». Но нельзя же совсем бросить друга. И я пришел на помощь Марту, чтобы он сохранил свой пост. На общее собрание мы привлекли всех, кто его поддерживал. Вдруг в партию вступило много людей. Их привезли на автобусах неизвестно откуда. Результат голосования: Март Лаар, 191 голос. Но, в принципе, это была первая победа, потому что, когда ушел Кайда с друзьями, было только вопросом времени, когда придется уйти Марту. Министр финансов Нейки Краних сообщил, что уходит в отставку, потому что не может работать в правительстве, которое возглавляет Март Лаар. Из коалиционного правительства сегодня вышла либерально-демократическая партия. Сегодня из правящей коалиции ИСАМА вышла еще одна республиканская фракция. Мне жаль, что премьер-министр Март Лаар не сумел, как государственный муж в интересах своей же партии ИСАМА, уйти в отставку, потому что кризис партии — это его личный кризис. Как сильно шатается кресло премьера и что будет дальше? Смена премьер-министра — это как эстонская национальная игра, повторяющаяся каждые 3 месяца. Это ввергает общество в постоянный кризис. В то время в администрации Клинтона был Николас Бернс. И в один субботний день он позвонил в МИД. Секретарь министерства приняла звонок. Я был на работе и сказал, что я сам поговорю с ним. Он сказал, что не может дозвониться до президента. Я ответил: «Да, он на море». «А премьер-министр?» — спросил он. Я ответил, что он поплыл на яхте «Саскааха», и что посреди Финского залива мобильный не ловит. «А министра иностранных дел можно?» «К сожалению, его нет», — ответил я. На это он спросил: «В вашем государстве есть кто-нибудь, кто принимает решение?» Я ответил: «Я». «Какое решение нужно принять?» А он: «Билл Клинтон хотел из-за Ельцина. Вы можете повременить с выводом войск?» Я говорю: «Нет, мы с этим не согласны». Он: «Все ясно. До свидания». Когда Ленард был уже в Москве, мне позвонил Хельмут Коль и сказал: «Не переживай, все будет в порядке». На переговорах было очень мало народа. Это означало, что русские готовы говорить серьезно. И Ельцин сказал нам: «Вы все против меня. В первую очередь Билл Клинтон». И, к удивлению Ельцина, Хельмут Коль написали ему очень конкретное письмо, что этот вопрос надо решить. Президенты Эстонии и России, а также представители еще 2 стран,
заключили в Москве исторический договор. Я был уверен, что они выведут войска. И я был очень рад, что все прошло по плану. Перед выводом войск было видно, какие поводы российская сторона ищет, чтобы отодвинуть сроки как можно дальше в туманное будущее. Мы также боялись, что акция по продаже рублей может тоже стать поводом к тому, чтобы они заявили о невозможности вывода войск. Кроме Лаара, об этом знали в кулуарах только пару министров и работников Банка Эстонии. За неделю до вывода российских войск информация о том, что рубли проданы, попала в эстонскую прессу. И Лаар сделал то ли ошибку, то ли принял единственное верное решение. Мешки с рублями находятся в Банке Эстонии. Он соврал, сказав, что эти рубли до сих пор находятся в хранилищах Банка Эстонии. Это было неправильно. Что вы там ощутили? Перехватило дыхание? Да. Вы впервые здесь? Да. Составитель исторических хроник Бальтазар Русов написал в хрониках. И как однажды в среду в полдень видели, как пришел первый русский, так видели и то, как в среду в полдень уходит последний. Таким же образом российские войска покинули Эстонию и сегодня. Они ушли, захватив все, что можно унести. Военные последнего эшелона украли капусту с наших полей. И на прощание помахали нашим пограничникам флагом СССР. Но все же они ушли.
А глазка продажи рублей до вывода войск поставила бы Эстонию в сложное положение, и это могло помешать выводу войск. Я не верну того, что сделал, и не считаю, что это большая трагедия. Продажа рублей была последним камнем, сломавшим хребет нашей партии. Газеты стали писать, как Лауристин забрала эти деньги в кассу социал-демократов. Это меня очень разозлило. Я рассердилась на ребят за то, что они мне не сказали. А я этого не буду комментировать. Собрание партии проголосовало за то, что партия покинет правительство. «За» проголосовало 60 членов, «против» — 27, а один воздержался. Решение принято. Дедушка рассказывал мне, что у них на хуторе был очень злой бык. Когда этот бык бесился, из деревни приводили одного мужика, и он хватал этого быка за яйца. Он говорил, главное не бояться, а сильно держать их, потому что если не зажать, то бык взбесится еще больше. А если слишком сильно зажать, то это тоже плохо. Главное — быть смелым. Мы, конечно, выпили это виски в тот день, когда ушли советские войска. Режиссеры Рама Иранд и Кьюар Арма. Сценарист Раймай Иранд. Монтаж Матин Эрнен. Оператор Майнфред Вайнакиви. Звукорежиссер Хорет Куус. Композитор Ардер Анварес. Продюсеры Куир Арма, Арие Ратикаинен. Озвучено студией Так Треба Продакшн по заказу телеканала «Настоящее время».